Всем привет! Меня зовут Катя Скибина, я практикующий ветврач. В Шиншилке все покупаю постоянно. Хочу провести обзор препарата HepaSafe. Содержит он в 1 мл силимарин, это вытяжка из расторопши, грубо говоря. Вот, и витамин Е, 2 мг. Колется по назначению врача. Я никому не рекомендую лечить без назначения врача, во-первых. Во-вторых, хочу сказать Шиншилке огромное спасибо. И в-третьих, продолжить рассказывать о HepaSafe. HepaSafe содержит селибинин и токоферол. Выпускается он армавирской АВЗ. Это армавирская, ветеринарная, наверное. В общем, не знаю расшифровку. Выпускается он в Армавире, в Московской области. Хранится в холодильнике после открытия не больше 10 суток. Колется по 0,1 мл на килограмм. Вот, в Шиншилке я покупала 10 мл. Там была акция. Когда я его колю своим кошкам, когда есть проблемы с шерстью, когда есть рвоты, желчью. Ну, вообще, прежде всего, надо обратиться к врачу и не морочить голову, сдать анализ. Но это не моя реклама, не мой пиар. Я преследую в этом видео просто сказать, преследую цель в этом видео сказать спасибо магазину Шиншилки, отличному персоналу. Спасибо вам за все большое и с радостью буду продолжать снимать видеоотзывы, потому что у вас крутые цены, хорошие очень, постоянные скидки, программа лояльности, вот, я буду покупать все препараты, меня все вполне устраивает в Шиншилке, всем рекомендую, сеть этих магазинов есть по всему городу, можно также оформить доставку на новую почту, можно оформить доставку адресную. Есть наличный, безналичный расчет. Ну, в принципе, я все сказала. Сейчас попробую выключить. Выключилось? Не выключилось, наверное. Все. Спасибо всем.